Привет! Наконец-то весна, и она принесет нам много интересных анонсов, недорогих и интересных гаджетов. В прошлый раз я рассказывал вам про защищенный крутой смартфон от BlackView, а сегодня вы узнаете про планшет от BlackView. Это BlackView Tab 16. Его оснастили 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Заявлена поддержка VD-Line L1. Это значит, что устройство сможет отображать контент в высоком разрешении с разных стриминговых сервисов. Кроме того, производитель позаботился и о защите глаз, о чем свидетельствует сертификация Tour Heinlein. Не менее важной особенностью стало наличие 4 динамиков, что гарантирует объемный звук как при просмотре видео, так и в играх. Сердцем BlackView Tab 16 станет 8-ядерный процессор Unisoc T616, набирающий в Antutu на 36 982 балла больше, чем чип предыдущий в Tab 15. В дополнение идет постоянная память на 256 ГБ с расширением до 1 ТБ и до 14 ГБ оперативной, благодаря виртуальному увеличению ОЗУ. В виде операционной системы BlackView Tab 16 будет использоваться Android 12 с прошивкой DocOS P3.0. Дополнительный инструмент Love Mindo Killer предназначен для улучшения плавности интерфейса. BlackView Tab 16 получит 13-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Можно также будет включить разблокировку по лицу с помощью технологии AI. Из дополнительных аксессуаров предлагается клавиатура и стилус. По звуку, как вы поняли, у нас тоже все хорошо. Устройство оснащено 4 динамиками SmartK, которые будут выдавать трехмерный стереозвук, что есть не во всех устройствах, скажу я вам. Технология VD-Line L1 обеспечит просмотр потоковых видео в максимальном качестве, а система SE Linux обещает улучшенную конфиденциальность. А если вы думаете, что из-за хорошего экрана и достойных динамиков гаджет будет быстро разряжаться, то это не так. Емкость батареи Tab 16 составляет 7680 мАч, что обеспечивает до 18 часов автономной работы. В режиме обычного пользования он продержится примерно как обычный ноутбук, но при этом сравните размеры ноутбука и планшета. Вообще, я смотрю, что популярность планшетов продолжает расти. Все больше людей переходит на дистанционную работу или обучение, проводят видеоконференции, создают электронные конспекты. Современные планшеты без проблем справляются с этими задачами, но для пользователей важно, чтобы устройство продавалось по доступной цене и имело отличные характеристики, как, например, в этой новинке BlackView Tab 16. Все нужно, конечно, сравнивать по ценнику, который небольшой за Tab 16. Как вы думаете, какова цена этого планшета? Поставьте на паузу и напишите. Написали? А теперь я озвучу вам его цену. На момент предзаказа, который начнется с 20 числа, 20 марта по 27 марта, примерно будет он стоить $178. Вы примерно угадали с ценой в комментариях или нет? Для всех, кто заинтересовался устройством, в комплекте при заказе будет идти бесплатный стилус, бесплатная защита для экрана и чехол для планшета. Все ссылки я оставляю в описании под видео. Пишите, если у вас есть подобные устройства и как они вам. А также ставьте лайки за контент. Думаю, он для вас не только интересен, но и полезен. Всех поздравляю с началом весны и будьте мне все здоровы. Увидимся!